Наверное, не на нас. Паша, я что-то тебя в прямой не слышу. Ты далеко, что ли, бежал? Да, я далеко убежал. К концу, к выходу из этого. Да, я подхожу. Вижу какие-то постройки, заборы. Под трибунал нафиг. Да я сейчас МПТРД дам. И вернусь к вам. Противнику? Да. Да, скажи на позиции. Так, вижу какую-то технику впереди катаюсь. Так, так, там АГС на позиции. Можешь координатки как-то скорректировать? Я пока из леса не выхожу, подожди. Ну приблизительно, чтобы АГС поработал. Так, это дорога. Ты пока, наверное, АГС не работай особо. Видно, чтобы открыть. Да, понял. Давайте дорогу, наверное, пересекаем. И также на юг. Наш пулемет. Нет, ты выше. Наверное. О, тут уже все открыто. Первый мост не побежал, я за ним. Так, девочки, там магазина куча. Магазине, да? Ну, девочки, в магазине засели. Что говоришь? А, в магазине же свои, да, сказал? Да, да, да. По крайней мере, мне так казалось. Не свои, да, я смотрю. Кровка, наверное, не наш. Да нет. А чё мы сами не хотим в магазин? Что, а, там ДВ, да? Там ДВ что? Ну зачем нам толпиться? Лучше посередине. Да смотри, там уже продвинулся. Я так понимаю, что нам по забору можно потянуться. Тут слева бедр какой-то в лесу стоит. Без движения. Хуже его сожгли. Подхожу к бедру. На нем двигался. Что ты по ТР до этого там? Собрался. Ты стрелял в Чарли, пока не отбил. Наш клиент.
правее. Тут ползком к забору, в принципе, можно подойти. На территории нельзя там. Слева огонь от бетера. Нашего завалили. Либо за забором, либо внутри. Как понял. Короче, пожарку видите? А левее от нее. Возвращаюсь назад. Давай садиться, пойду, пускай, куда попал. Забор кто-то. Сейчас сделаю залп. Свой? Забора свой? Ваша это стер свой. Да. Ой, ты не прилетел. После пожарки ваша, брат, если честно. Понял, попробую проверить наш. Гранату куда накидай. Блин, смотри, сразу. Альфа, вы сейчас на восточном фланге, забор находится. Восточная часть. Прием. Че к забору? Погоди. Я пойду проверю, там нашего раненого одного. За этим забором, брат, должен ты лечь. Там видишь, строение за забором. Стройка такая. На ДВ есть кто-нибудь наши в красном кирпичном здании? Нет, никого. А, там есть кто-то. Наш бетер сгорел. Один бетер нам сгорел. Я взял. Красное здание, походу, свалили. Подтвердите, кто рядом. Взломаете, да? Сломал, да. Отлично. Вы уже заходите внутрь? Пытаюсь. Там враг, я как раз дырку сделал, и враг сидит, лежал. Где, спереди? Перед пожаром. Там, где я дырку сделал, да, перед пожаром. У меня трусит после РПГ, я его не убил. Ты далеко? Да я понял, я гранату хочу кинуть. Дерево вот это перед тобой, прям под ним, сейчас можешь гранату взять. Я бы в стену упаду, я тебя вижу. А это не я вижу. Или я в рот. Блин. КПшек мало было. Лабы РПГ я там кучу положил.
10 метров. Надо было просто подняться на самую верх, перед 10 метров. Там... Он начал стрелять, и я его в этот момент. Тяжело так было, когда видишь кучу целого, не знаешь, что делать. У нас Доник одновременно стреляет и перезаряжает. А чё? Это бывает. Неужели сломились, пока я его сейчас заведу? По-моему, да, по-моему, тебя твой снял. Показалось, я видел? Все там в стройке дырки какие. Ромдик, за кого? Я. Я за синих. Здорово, пацаны. Кого у стенки я убил? У своего забора? Да, у забора. Видимо, меня. А, это ты? Я выше выходил, начал стрелять, у меня там что-то нету, по-моему, ГПшка была или дым включен, я пока переключился. А ты в большой дырке был, да? Да. А, ну это ты был. Еее! Че там? Бисмут говорил, шлепок знатный. Я, короче, вышел из бетера, смотрите, что да как, каким образом он там застрял в лесу. Он, значит, сам выбрался, взял и уехал. Ему говорят, что Бис, походи, сейчас своего подберем, дальше поедем. Нет, сам добежит. Вот это все, я завалил от дома. Понятно. Блин, так нечестно, мне ПСО вообще не ездил, блин. Сельское поведение ебучее. С печенькой-то вообще есть здорово сидеть. А, то что-то не особо помогает. Понятно. Хотя бы 1 по 79 додали, хотя бы хотя бы. Все равно потери большие. Дали хотя бы просто на бета. Бегай, потому что у них оптика, а у нас оптики нет. Ну да. А зато РПГ 18 штук 20. Короче. Картош могли смещаться, наверное. Это тебе неплохая позиция. Господи, блядь, не понял, какой прошаренный. Кстати, да. Ящик-то ничего не будет. Ну. Ну, он взорвется, если по нему много стрелять. Ну. До этого момента он успеет еще что-то сделать. Да. Я потащил. Ну да, все правильно. Жесть. Сейчас задаю эту вещь. А
у него тактически. ПКМ и это самое, да? Да, ПТРД. Капец. Ну, остались живых, я так понимаю, в лесах и на стройках. Пик Тусин или как его там? Ой, МСТ-7 по Беттеру. Качигар, ты чё? Сам себя убил с РПГ. Да. Стенку? Стенку. Бывает. Хотя да, не убил Ронин. Не знаю, как она в термодинамике. Связи нет. Побед ЕПТР выбил. А с чего выбили? Совпадение. О, краб пришел. А ангары эти разрушаются вообще? Ну там до хрена урона надо по ним. Может им все-таки стоит их сделать разрушенными? А че, ГС-то не было? Был. А че не работает ГС? Так он работает типа. Не чувствуем, да? Да, что-то я вообще далеко его не видел, да. А, вон там слышу. Там прав через авто попадает. Потому что вот все сразу рашить пошли. Угу. И никто ему не дал поработать. Нет, так он работал, просто он не докидывал. Он где-то там... Какая-то жизнь. У флайера сюрприз закрыто, все нафиг. А тут вообще вход есть? Да. С этой, с южной стороны, там практически сплошная зона входа. Да. Куда же работает, я что-то не понимаю. Да по лесам работает. По своей. Тимкилит пацан. Вообще, я думал, что АГС тут половину людей просто по дефолту в терминале вынесет. Это прошаренный, если будет. Так что у них электронщиков, как сказать? Да. Ой, а синего и красного кольца появится. Почему их нет-то? Ну, можно корректировать. Игр. Все Волгу убраны, и никому дела нет до АГС. Ну, тогда стопку такую не исключу. Как ее играть? Сложно корректировать, непонятно откуда занять позицию, да. Откуда вообще корректировать. Если из леса выходишь и получаешь умору. Чтобы корректировать, надо выйти из леса. Следовательно, ты вышел из леса и умер. Подожди, пали. Ой, из леса, я спасло смотрю. Кто-то не понял, кто меня убил. А, вот этот снайпер. Здесь миномет вообще, по идее, не АГС надо. Миномет слишком жирный. Ну вот еще миномет, конечно, ага. С ванильным вычислителем. Посадите туда бисмута. Точку никогда не ждал. Что-то красное разбили. Рексар, у тебя микрофон? Да. Он снял, откуда меня убили? Я вообще, блин, потерялся. Пять красных осталось. Побежал за пацанами. В лесу потерялся. Ёпсель-мопсель, блядь. Ну, на юг пошел бы. О, ворон от места опять. А ГС вообще по полям работает, а не по лесам. Ну, ладно. Что-то вот БТР подкрыли, да и все, там можно вот этого. Наблюдателя пытающих помогал ДС, да и все. Причем этот лес находится за зоной вообще боев. Нормально. Там никого точно не будет. Но.
Ну главное работает. Слышно. Да. Работу слышно. И не скажешь, что он не работает. Да. А они попадают, ну не корректируется. Отстрел. Корректировка огня. Что-то ты тут не напутал. Угу. Нет, там вообще на самом деле что с АГС. Даже обычную линейку взял, по экрану померил. Вообще мозг даже не надо, даже корректировщик особо не нужен. Там с шестью коробками все леса можно прочесать. Вот там 19. Блять, не перестал. Наконец-то Азбоник свалил. Вот там пострелял я, походу. Ты меня пострелил. Козел не дал поиграть. А кто мне. Какой добрый военторг мне ПСОшку принес прямо в лес? Я. Сава. Спасибо. Да блин! Нет? Видели, что Оби творил? Три Петра собственноручно. Уже неплохо, вот да? Убийца. Я быстро думаю, дай помогу. Обхожу Петра, смотрю, как он. Сначала он что-то делал. Он берет, короче, вылазит и стартует. Ну, несколько человек говорят, погоди, сейчас своего подберем. И бежит пешком. Поехал дальше. По пожарочке работает. Карыч стрелял по достройке, по пожарке Оби выстрелил. Так, ты был частью плана просто. Да, задача выполнена. Тебя использовали. Ну, поставил два дышка из терминала тут входит. Что он, по-моему, что-то понимает. А ничего, реально не понимает. Там люди попали в бойца. Это Оби в белой маске. А сколько это осталось? Ну, блин, поровну. Хотя столько мы... Беги. Сейчас флайер затащит. Как мне этот задолбал ПКМ? Вообще нет, ты знаешь, как будто пуля прям в него целью выше, ниже такой. Стальная. Меня Корвус снял? Да. Снайпер. Да. Нифига у нас все в отделении снайпера. Да, это ж отстрел, отстрел. Не, ну, ад отстрел. Ад отстрел. Ад отстрел. Ад отстрел. Да, мне даже понравилось. Блин, прикольная форма у красных. Вон, я за флайером смотрю. Твой командирский этот самый подсумочек. Ну, сумка командирская. РХС. Ну, русская форма. РХСовский, да, мод. Прикольно. Три термина вообще круче. Очень. Да. Ага. Ой-ой-ой. Оби машина, вот видите, не берет его ничего уже. Не знаю, десятая пуля. Но это БЕшная закалка, короче, машина. Ты забанишь БЕ все. Всем составом. Питер. Паша вообще этот каельник убил. Радостно. Да-да-да. Это, кстати, мой второй килл. За всю игру на воге и отстреля. Ну босса подстреливаешь вообще. Сожрали текстурку моего беттера. Моих обоих беттеров. Походу сейчас обе... Не успеет. Вчера на боге у меня был первый килл, сегодня второй. Ну он слышит. Иду к успеху. Обе чё, первую помощь сидят? Колец. Ну я сейчас сзади к нему дойду. Да, он бинтует сейчас. Опа, все. Я лечился. Герой Украины. Да, нечестно, да, я лечился. Ты бы хоть в угол запол, что ли, не знаю. Да мне бог, ну не знаю, уже 4 ранили. Да, у меня 4, да? Не, 4 дырки. Не, надо будет, по-моему, более конкретную задачу сделать, типа удержать терминал и тому подобное. Да нормально. А ты делал удержать всю зону?
Да. Паша, ну, это прям как твой, я, как можно сделать, знаешь, типа... Просто, блин, сейчас останется два человека и будет друг друга искать по всему полю леса. Да, а можно просто в конце там какой-нибудь, типа, знаешь, указывать? Здесь в формате там 80 на 80, или в конце концов 60 на 60 можно сыграть, да. Хотя бы стойку удержать, что ли, не знаю. Не знаю, мне сейчас было дико весело. Как можно 60 человек раскидать? Здесь? Так как вообще без проблем. Я тут еще несколько, еще один терминал в одну диспетчерку побольше. Что-нибудь всех там в одну стройку нет, набить. Нет, кстати, в плане знаний, по-моему, вообще капитально хватит. Тут прям нормально. Сейчас прям тютелька в тютельку, больше не надо. Вообще. Знаете, чего не хватает? Ну, нужно больше воронок. Больше воронок. Больше воронок, бога воронок. Да, погоревший там это Т-72 без башни там. Да, да, да. Я говорил Химану мусора накидать вокруг всякого там блоков бетонных, бревен и да, вообще всякой хрени. Раздолбанные, жигули, потому что ты бежишь такое по полю, тебе укрыться а даже не надо. Лучше всего, знаете, что мне кажется, вот если ты там терминал именно отыгрывать, запахай, короче, тумана. Там они там все в тумане, короче, вот тоже. Ну да. Прям туманчик. Это самое. Ой! Фаер маслину словил. Сделать самое интересное. Он должен был сделать медицинский УАЗик какой-нибудь там или шишигу. Полный боеприпасов. Наши хохлы, я помню, в терминалы медицинских увозили боеприпасы. Ты чё? Оставьте зону, только терминал, это пиздец, искать. Да-да. Ты уже обсуждали сейчас. Искал, ты да. Знали. Пожар какой-то терминал, диспетчер поставит. А, еще минус. Кого? Меня. Короче. Сбахай тогда захватывай. Не сразу, типа, по перевесу, а там туда-сюда. Просто терминал. Здесь, кстати, с делать туманом как раз возможно будет наводить ЭГС. Нормально. И людей, естественно, не будет. Когда будут выходить. ЭГС какой-то вялый. Его не корректируют. Я его видел. Я корректировал. Я дохстил. Меня убили. Вот бы еще. А под конец. То есть все умерли, начали его корректировать. Ну конечно. А что там бонзай с врагом бегал? Ну не по кругу что ли бегает? Я смотрю, свой бегает. Потом поворачиваюсь, смотрю, враг еще один бегает. Миссия закончилась или. Нет, нет, двое осталось. А, понятно. Позиционная война началась. Че, у всех снайперки или нет? Да все снайперки. Сейчас вылезет и получит, он уже полился. А что надо сделать? Взорвать? Ой, гляньте, короче, сколько РПГшек и ПРП еще на этой. Да там пожарство где-то 20 РПГ 18-х. Ящик. Не, не может такого быть. РПГшек много. 3-4 по ним попали. Нет, что сейчас уже 9 вижу. На второй стороне тоже 9. Там еще в грузовике были. В грузовике что-то было? Я там вроде все чистил вообще. А, тогда убирай этот, потому что перевооружение нажали. Или в условностях пиши, что нельзя перевооружать. А он этот амуниция грузовик что ли? На. А, ну не такое. Ну хотя с другой стороны бетер все равно зажигали тупо с ДШК. Так что. Да. И 18-й, который и так был. Что-то под конец. А там миссии. Что появляется-то? А там две РПГ 7 без ПГО, 15, БЗРК, куча БК, 15 тандемок. Это понятно. Ясно. Сейчас бонзе, короче, снимает, наверное, и все, да? Ну да. Я только под конец помню. А сколько там для а чё, флаг конца? Не поставил? Нет, нет, я про соотношение потерь. А, нужно всю сколько должно быть? М107. А, ну, тоже так как бы. Давай, если бонзе проиграет. Да, да. Да, хорошо, он зовут брата сейчас. В голову выстрелил. Да, в голову выстрелил, это уже воговские щиты пошли.
каска. Это русская каска, да. И вообще у него плечи дырявые. А кто-то возле пожарки лежал. Я тоже ему голову с СВД выстрелил. Чаевую полностью спил. О, видел? Как к Нео за его идет. Он без ног, не снимал. Он без рук. У него руки снимают. Ай, иди умирай уже, Бонзай, алло. Надо, короче, атаки-то дело установить. Да, чем? По-моему, ровно-ровно получилось. Да я шучу. Пушку, хотел дать пушку, давай пушку. Снайпера, конечно. Да, Д-30 не лазит. Не, я хотел, которая прямой наводкой. Потому что я видосик видел, как они там. Ну там они рапиры, да, убили? Да. Ну у нас Д-30, по-моему, у нас других орудий нету, это российские. Нет, есть эти Второй мировой. ЗИС-6. ЗИС-ПАК. Не, ЗИСы вроде не пользовались. Угу, тюльпан сразу. Не да знаю, что вы хотите менять, очень-очень критично. Вам что-то физика мне показалось. Бонзай, ты не ощутил все прелести этой миссии. Я только тебе гарантирую. Какой Бонзай? Бонзай его насущает. Азданик, смотрю на Бонзая. Поменяться, и мы поиграем потом за не сейчас, а потом, а уже потом менять что-то. Ну что сейчас, по-моему, очень все ровно. Потому что мне кажется, ну, во-первых, может атака быть, да, не АГС использовала АГС, корректировать. Да. Да. Потом, во-вторых, атака довольно очень вы странно, короче, атаковали. Это вот такая лобовая была. Конечно, спасибо, нам понравилось эффект, все такое, но. Зданик, в лучших канонах в АБЕ. Ну да, по-гвардейски, как я люблю. Сейчас ворон всех так как понравился. Уже атака началась. Господи, Бонзай просто это вообще, я не знаю, как он не ловит. Ну вообще, у меня была такая задумка, что атака изначально всю зеленку АГСом засыпет. И так что любые рандомщики, которые там вот сидят в зеленке, что они там нахрен сразу падут. Это брони елки. Я ждал, я был ждал, я ждал. АГС хорошо идти. Там вообще не комфортно. Кара все. Кочегар решил пойти убить. Ну, кочегар у нас это твердый. А потом напишет репорт на Бонзая, ага. Что тот не умирал. До сих пор там сидит. Он его выгнал из леса. Да. Ставьте, Лоис. Ворон, не надо выходить на поле. Я сейчас ворона убью. Зря. Мне кажется, ворон испугался. Ушел обратно. Убежал в лес. Пошел за АГС, наверное. Да, тут без АГС не разобраться. Да. О, давай, открывай это и полетели. Ну, кстати... Может АГС поставить? Ой. Открыть двери и стрелять. Ворон садится так же, как и все остальные на басу, через клик левой кнопкой. Или все, приехал. Или как Паша на мостик. Ну да, ГС еще второй, что ли? Сейчас бы еще этот ангар перекинуть. Провингрон, включайте, пацаны, пожалуйста. Он сейчас начнет его выдвигать на открытую позицию и его снимут. Он вообще цацу. В руки АГС. Он через ангар навесит. Ой, умрет. Он выскоток не задирается. А, он по зеленке хочет этому Бонзаю помочь. Написали в скайпе. Отвечаю. Не, он со мной связался. Сам писал. Переключайся на камеру. Ворота в пожарке открылись. Сами собой, что ли? Нет. Там же кто-то есть. Нет никого. Нет. А как они открылись? Наряд мимо пролетел. Это другой вопрос. Ветер подумал.
мы что за дичь? К нашему шлашу. Кочегар, слышишь, АГС? Какой АГС у тебя? Да, не, задумка хорошая, вроде. Да, опять открыли. Ворота опять открылись. Паш, может, у тебя? Меня штырит? Нет, у меня тоже. Мне страшно. Почему там реально никого нет. А что за стол такой? ПТРД. Палка-выручалка. А что он здесь делает? Только у ополченцев только один ПТРД. Не знаю, у меня ничего не открывается. Не знаю. Почему тут? Мне открыт один. Точно. Сейчас, походу, вагон спалит, мне так кажется. Вроде бы одно было. Я видел ролик, где три ПТРД в ряд взяли и стреляли. Давай, Кочегар. Ты что? Я помню, как... Это самое, практическую стрельбу из ПТРС отрабатывал. Все, сейчас вагон будет умирать. Чтобы дострелить. В дом попал, в дом. Не, ну в дом, да, но не верхнюю часть. Зря он стреляет. Нужно больше снайперов. Я со своей СВД ни разу не выстрелил. О, там в СМД шикарно карало просто. Не, зря я, по-моему, народ не послушал, был? Надо было БМДшку давать. А кого ты там послушал? Тебя не послушал. Не знаю, все весело было. О, вот просто, мне кажется, атака не продумалась. Лучше конечно, вместо кучи беттеров одну БМДшку действительно дал. Было довольно весело. Кочегар сейчас мог спокойно отработать ворона. Он не заметил. Да, но он не заметил. Да, да. Мы... Снайпер, снайпер. Напишите ему в скайп. Да он сейчас сам спит. ICQ. Да, топовый снайпер. Кочегар РПГ. Большие цели только интересуют. А у Банзая что, все? Банзай, наверное, тоже не знаю, что вообще можно делать. Я только под конец узнал. Сейчас он работает, все начнет, по-моему. Думаю, сейчас с тыла зайдут, наверное, да? Все верно. Стадись, работай. Дивизия бурятского спецназа. Да. Прощай, ворон. Да, он еще поди забьешься, знаешь, что тебе. А, не, вот это все. Все, это все. Еще под... Да? Там куст защищает. Не увидел! Там куст. Куст. Да ладно, ты че? Алло, он куст. Вот это вообще. Снова куст, снова куст. Не-не-не, сейчас нормально, сейчас должен увидеть. Все, увидел. Вот, увидел, увидел. Как вот на вот. Есть. Нет. Ранен. Надо его добить. Кто там первым гол пробил? Живой, что ли? Там гол. Живой еще не найдем. Живой. Да, там гол. Картодельские читы пошли. Я ж тоже с СВД в голову попал. И не убили. Бонзай в голову попали, тоже не убили, что? Нормально? Ясно. Это все канский. Не было такого. Ходит по трупам этих русских. Все украинское сало. Думаю, что убил. А где мазывают каску сало? Ну, нафиг это СВД возьмешь. Так, это мой труп, а нет, не мой. О, главный РПГ нашел, всем больше ничего не надо. Так, ну и чё? Ждем, когда кого-то солит? Да. Да, сейчас ворон подымется. Я думаю, он не пойдет. Да, ворон тоже подымется. Не, ну, тяжело. Как помрёт, так и помрёт, давай. Не, встал, встал. Бред. Ясно всё. Беги, как ворон. Как такое может быть? Не, ну, мозг ограничить зону данную. 20 метров из СВД в голову. Терминал, да, допустим. Там это насквозь пушка. Даже прошить было его. Да. Я видел попадание в станок. Вы не правы, мозг не задел. Жизненно важно, мозг не задел. Интересно, а Кочегар сейчас недоумевает, где ворон? А он проверяет? Да. Ну, он смотрит сейчас. Конечно, может, не проверяет, просто смотрит. Кажется, ворона медицины не хватит. Да просто моя СВДшка, она в голову тоже не убила.
Там уже поди ствол стерся весь. Да. И шариками стреляют. Отнимать. Пинбольными. Страйкбольными. Да. Это самое, с законным выхлопом до 3 джоулей. Именно. Ну все поломано, ворон. Ну хоть что-то после такого. И игра тоже. Она оттуда не вылезет, наверное. Если, блин, ходячий мертвец на лицо не посмотри. То все вот эти твои нагромождения нифига не будут стоить. Там ничего, я даже не буду. Что это? Это там даже с КПВТ убил. Кочегар к нему идет. Этого. Да. Коруса. О, не Коруса, а Декфора. Нет, ангары надо поломать или убрать. Они здесь как бы не... Не знаю, лучше вместо них мусора накидать. Нет, я про антуражность. Не, ну в смысле, вот если вот у ангара есть порушенный вариант, то да, так он гораздо лучше, чем какой-нибудь красный. Стройка как бы же она воспроизводит раздолбанный терминал. Бежит. Успеет ли войти? Ну, кстати, если кто-то не заметил, я тут один из ангаров уже снес. Ну, красный? Ангары? Дом, нет, по-моему, не красный, такой же зеленый, огроменный. Где он? В смысле, вообще убрал? Он в севернее стройки и восточнее пожарки. Да, я его выдержал. Нет, да, ты разминулись. Не снести и убрать как вообще объект, а... Как разломанное, ничего хлама какого-то. Да, ну, нету такого. А пробуй ему дымак бах. Ну, я его триггером бахал. Модель повреждения, значит, такое. Оба! Ворон, беги! Не под ворона попали. Ты постреляй чего-нибудь, попробуй. Договорен? Да. Это все баб. Медицину выбирает. Прайс пришел к корпусу. Вместе да, там. Скучно ему стало. По кому там кочегар? Ворону. Живой? Угу. Да. Трубу просто стрельнул бы выстрелять. Пинать. У него ПСО ему нормально. Да он его сейчас трясет, он на кубане. По нему КСВК выстрелил. Надо высоченное здание зарубить со стороны атаки. Вот это опрометчивый шаг. Наводить? Да. Давайте поехали. Там Химон должна быть. Вот это. Ворон любит такие. Сейчас еще по своим отработаем. А в прайс не видит. Давай прайс. Корвус тоже. Не слишком ли долго длится миссия? 47. Ну как бы люди пока есть еще. Да давай рубанем. Мне надо походу было более конкретно задачу. Ну вон ворон знать. Сейчас что-то хочет делать. Как приманка на ездит. Да они вообще не видят его. А он не в другую сторону смотрит. На прайс и корпус включите к нему. Вадик прыгает, он прям в лоб. Так, я не понял, а кто на Вадик ездил? Кочегар. Кочегар. Катается. Его свои убили? А, нет. Его не убили. Его ранили. Нормально? Нормально, лечится. Я думаю, ворон сел уехал. Так себе жертва. Уазик попали. Да он Банзай дождал. А что, на сошке не ставит? Не ставится? Что? Пока у Банзая. Дором.
план не удался. Ну как-то не точно. Ну там все, это личная победа Бонзая, я считаю, что можно атаки. И на этом завершение. Два на два. Нет. Да Бонзай победил, руби. Еще 11 минут еще. Да ну, сейчас что-нибудь другое будет. Ну, сейчас белая перестрелка, это... Да, сейчас уже так, посиделки ходил, начались. А чё ворон опять живой, чё за фигня? Везучий, потому что очень везучий. Да, уже рубанул. Блять, я ж убил одну. Угу.